Навигацию этого года в Якутии доставят 1,5 миллиона тонн грузов. Эти данные озвучили сегодня в ходе совещания правительственной комиссии республики по организации перевозки грузов. Согласно плану, завезут 478 тысяч тонн нефтепродуктов, 428 тысяч тонн угля и 223 тысячи тонн строительных материалов, а также продовольственные товары и сельхозпроизводственную продукцию. В настоящее время в Усть-Куте продолжается отгрузка грузов для нужд жизнеобеспечения и производственных нужд предприятий. По сравнению с прошлым годом, перевозки возрастут на 210 тысяч тонн. С начала навигации в целом по пароходству в мае будет отправлено 170 тысяч тонн грузов, в том числе 48 тысяч тонн нефтепродуктов и 122 тысячи тонн сухогрузов. По состоянию на сегодня отгружено и отправлено 115 тысяч тонн, это 68% от 170.